Всем привет, с вами Александр. Нахожусь в Светлогорске. Сегодня 11 февраля. Примерно час дня сейчас. Наверное, это видео будет интересно людям, которые здесь отдыхали летом. А сейчас снежно. Убирает снег. Чистят дорожки. Пройдусь немножко, покажу, какая сейчас обстановка в Светлогорске. Ну, сугробы прям такие. Для Светлогорска это редкость. Туристов совсем немного. Пройдусь до моря, покажу вам море. Вчера был в Зеленоградске. Интересно, как здесь. Рыбкой торгуют. Покажу вам цены. Рыбец 100 грамм 60 рублей. Скумбрия 100 грамм 70 рублей. Скумбрия 100 грамм 60 рублей. Пишите, дорого это или дешево. Как цены в ваших городах? Летом здесь такие толпы. А сейчас так свободно, спокойно. Даже зимой здесь приятно погулять. Пар открыли. Теперь пойду к морю. Сегодня -7. Здесь, в Светлогорске. Ну так прохладно, с моря ветер такой холодный.
Вот там прямо замерзло, что ли, около берега. Запишу для вас шум волн, шум моря. Это солнечные часы. Холодно, холодно. Ветер стал сильнее. -6 градусов. Это новый променад. Какая красота! Необычно вот видеть такое. А здесь старый променад. Так, а как спуститься вниз? Закрыто. Не, ну я же не пойду вот туда далеко. Надо... Ой, пробовать здесь. Нет, скользко, я не залезу потом обратно. Так, надо найти другой какой-то путь. Более легкий. Ну это, конечно, блин, я не знаю. Полезть, не полезть. Может, с другой стороны будет проще. А здесь, мне кажется, попроще. Это такого я не видел никогда еще. Чтобы такие волны были из льда.
Ну, вид такой просто нереальный, кажется, для все-таки Калининградской области. Особенно вот так вот, если снять отсюда. И вот так. Могу туда дальше полезть, но показывать пример не хочется, потому что кто-то полезет, а вот это обломится, вот эта вот кромка ледяная. Поэтому туда лазить не надо.